Привет-привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас на разборе настоящий хит среди техники для кухни. Духовой шкаф Bosch HBJ314ES0R. Этот агрегат обещает стать вашим лучшим помощником в кулинарии. В этом видео мы разберемся с его фишками, обсудим, чем он может порадовать, а где стоит быть начеку. Так что устраивайтесь поудобнее, впереди много интересного. Ссылочки на покупку, как всегда, будут в описании. Не забудьте заглянуть. Давайте сначала поговорим о внешнем виде этой красавицы. Bosch HBJ314ES0R. Этот духовой шкаф выполнен в стильном цвете нержавеющая сталь, который не просто выглядит современно, но и гармонично впишется в любой кухонный интерьер, будь то минимализм, хай-тек или что-то посередине. Главное, он не будет бросаться в глаза, но при этом добавит нотку премиальности. Управление здесь сделано максимально удобным. Есть и сенсорные кнопки, и поворотные утапливаемые переключатели. Это как если бы технологии и простота заключили идеальный союз. А вот многофункциональные часы Easy Clock – это не просто приятный бонус, а настоящая находка для тех, кто всегда спешит и хочет четко контролировать процесс готовки. В общем, если ваша кухня нуждается в стильном обновлении с умной начинкой, присмотритесь к этой модели. И, конечно, не забудьте заглянуть в описание под видео, там вас ждут ссылки на проверенные магазины и уникальный промокод, который сделает вашу покупку еще выгоднее. Теперь давайте заглянем внутрь и обсудим, чем же этот духовой шкаф Bosch выделяется на фоне конкурентов. Первое, что стоит отметить, это вместительность. Внутренний объем составляет целых 66 литров. Представьте, сколько блюд можно приготовить за один раз. Хоть новогодний ужин, хоть воскресный пир для всей семьи. Духовка может похвастаться 8 режимами нагрева. Так что готовить можно практически все, от выпечки до запеканок. Диапазон температур, кстати, тоже внушительный. От 50 до 275 градусов. Так что выбор у вас будет огромный. Но особое внимание заслуживает режим 3D горячий воздух, который позволяет выпекать на трех уровнях одновременно. То есть представьте себе, вы готовите пирог на одном уровне, на втором мясо, а на третьем гарнир. И все это идеально прожаривается за счет равномерного распределения тепла. А вот для любителей хрустящей корочки есть специальный режим с грилем и конвекцией. Попеременно включающиеся нагревательные элементы создают ту самую аппетитную румяную корочку, которую мы все так любим. Дополнительные режимы для пиццы и размораживания тоже не оставят вас равнодушными, особенно когда времени мало, а хочется чего-то вкусного. Но это еще не все. Bosch позаботился о легком уходе за духовкой. Специальное покрытие Eco Clean разрушает брызги жира прямо во время готовки. Что это значит для вас? Меньше хлопот с очисткой. А откидная дверца с двухслойным стеклом надежно удерживает пар внутри, что повышает энергоэффективность и сохраняет блюда сочными. Плавность при открытии и закрытии дверцы обеспечивается амортизатором Soft Move. Забудьте о неприятном скрипе или резких движениях. Также важно упомянуть наличие защиты от детей, что спасет от случайных нажатий. И систему охлаждения, которая снижает температуру корпуса после приготовления, делая духовку безопасной для прикосновений. В общем, этот духовой шкаф – это не просто кухонный прибор, а настоящая находка для тех, кто любит готовить с комфортом и безопасностью. Теперь давайте посмотрим, что говорят реальные владельцы этого устройства. Я прошерстила отзывы и собрала для вас основные плюсы и минусы этой модели. Минусы. Сильно нагревается корпус. Плюсы. Множество программ. Полный комплект, два противня и решетка. Отличное пропекание. Наличие таймера. Удобное использование. Высокая герметичность. Выдвижные салазки. Легкость ухода. Быстрый нагрев.
Ну что ж, на этом мой обзор подошел к концу. Если эта модель вас заинтересовала, заглядывайте в описание под видео. Там вы найдете все необходимые ссылки на магазины и, конечно, промокод для приятной скидки. Не стесняйтесь делиться своими мыслями о духовом шкафе Bosch в комментариях. Всегда рада обсудить с вами технику. А чтобы не пропустить новые обзоры и полезные советы, подписывайтесь на канал и жмите лайк. Спасибо, что были со мной, и до скорых встреч!